Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас вот этот вот узорчик, вернее, ну, кусочек, да, здесь фрагменты этого узора для этого джемпера. По информации, не знаю, я его еще у Кучинелли не видела. По информации, это в Телеграм девушка мне прислала. Вот. Она написала, что это Кучинелли. Возможно, какой-то не новый Кучинелли. Возможно, уже появился, я еще не смотрела. Но она мне прислала со схемой. Но, опять же, я не знаю, почему. Может, у меня какое-то левостороннее мышление. Я не знаю. Но вот не понимаю я этих схем. Я вам покажу свой вариант, так как я вижу этот узор. Вот. Вот именно эту дорожку, потому что вот эти промежуточные полосы вы себе определите сами, да, я думаю, вам не надо это объяснять. Вот я попробовала один вариант, и второй, вот он такой вот, мне кажется, более похож, поэтому я вам покажу вот этот вариант. Так. Тут у нас число петель кратное 2. Здесь у нас все удобно. Модель шикарная. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Классическая универсальная модель. Я сейчас два ряда провяжу чулочной гладью. Тут схемы не будет, девчонки, потому что я мои любимые двойные захваты и двойные накиды не знаю, как нарисовать в схеме. Пока конструктор этого не предполагает. Не нашла. Вот, значит, пропишу в субтитрах. Значит, первый ряд лицевые петли. Второй ряд лицевые петли. Ой, изнаночные. О, господи. Это та полоса чулочной глади, которую вы, понятное дело, делаете на свое усмотрение, вот между этими полосками. Так, и с третьего ряда начинается эта полоска. Хотела сказать про джемперок, уже не сказала. Ну ладно, скажу в конце свое мнение и как само, ну, самостроение, модель, как выглядит. Значит, первый ряд полоски, изнаночные петли. Это лицевая сторона, весь ряд изнаночные петли. Четвертый ряд изнаночные петли. Пятый ряд лицевые петли. Шестой ряд изнаночные петли. Седьмой ряд. Кромочную снимаем, 2 петли вместе лицевой. И далее все оставшиеся петли по 2 вместе лицевой. Весь ряд до конца. Ой, а что-то у меня не срослось. Одна петля лишняя. Видите, я что-то лишнее набрала. Наверное, нечетное количество. Значит, я ее здесь оставляю. Но ее не должно, нежелательно, девчонки, так не делайте. Далее, восьмой ряд. Лицевые петли, но с двойным захватом. Раз, двойной захват, два, двойной захват. То есть все петли с двойным захватом. Вот так вот. Раз. Здесь вот получается вот такая вот двойная петелька.
Ну, кромочную не надо. Восьмой ряд. Девятый ряд. Кромочную снимаем. Провязываем лицевую, вот этот двойной захват, то есть провязываем и спускаем, как одну петлю. Делаем накид. Провязываем, спускаем, накид. Провязываем, спускаем, накид. Провязываем, спускаем, накид. Провязываем, накид. Провязываем, накид. И эту просто провязываем, потом, как здесь была просто петля, я делаю кромочную. А у вас закончится вот накид и изнаночная. Да, этой петли просто не будет. Какой это? Десятый ряд, да? 10. Все лицевые петли. Да, у меня 15 петель тут только что посчитала. Представляете? 12 рядов, 13 все лицевые петли, 14 все лицевые петли. Все, вот у нас как бы узор закончен. Далее вы вяжете вот эту полоску чулочной глади, лицевой ряд лицевые петли, изнаночный ряд изнаночные петли. Наша полосочка, девчонки, вот она, видите, так вот она выглядит. Ну, вот это у меня Ализе Суперлана Тик, вот это пряжа в два сложения, очень красиво смотрится. Так что если этот джемперок вязать бюджетный, то думаю, мотка 4 за глаза хватит. Так, что касается модели, девчонки, классический джемпер со скосом рукавом в предыдущей модели, со скосом плеча, хотела сказать, обязательно, вот для красивой посадки, чтобы джемперок сидел вот как здесь сидит. Шикарная модель, удобная модель, универсальная модель, под юбочку длинную, короткую, под джинсики, под широкие брючки, везде вы его оденете. Шикарная модель. Окат плеча обязательно для посадки, круглый вырез горловины, скос плеча обязательно для посадки. Все, резинка 2 на 2, полосы располагайте как согласно вашей плотности вязания, вот сколько вы хотите, чтобы у вас было. Вот если здесь 4, то по плотности высчитывайте промежуточную полосу. И вот, кстати, да, видите, вот эта пряжа, очень красиво смотрится узор на этой пряже. Прям вообще. Кто в Украине, можете обратиться к Леночке. По-моему, у нее Суперлана Тик есть и выбор на складе. Ну, то есть не надо даже заказывать. Ну, в принципе, на сегодня, девчонки, все, не буду много говорить. Узорчик мне нравится, простенько и со вкусом. Вот такая вот базовая хорошая вещь получается. Мне нравится. Ну, а на сегодня все, девчонки. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.